партия «Возрождающаяся Армения» примет участие в досрочных парламентских выборах вместе с Дашнак Цутюн, а блок возглавит экс-президент Армении, военный преступник Роберт Кочерян. Об этом говорится в заявлении партии, передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. Согласно документу, данное решение принято в связи со сложившейся в Армении ситуацией и необходимостью совместного противостояния имеющимся вызовам. Партия «Возрождающаяся Армения» учреждена недавно. Ее возглавляет бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян. Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Депутаты парламента Армении в понедельник на специальном заседании не проголосовали за кандидатуру исполняющего обязанности главы Кабмина Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы. Второе заседание парламента по избранию нового премьер-министра республики состоится 10 мая. Если парламентарии вновь не проголосуют за избрание Пашиняна, то законодательный орган будет распущен, и президент Армен Саркисян назначит дату внеочередных выборов, которые, согласно ранее сделанным заявлениям Пашиняна, состоятся 20 июня.